Александр Бальчевский, игрок команды ЗГАК, полузащитник. Александр, расскажи, пожалуйста, краткий комментарий по сегодняшнему матчу. Сегодня у нас были проблемы, мы приехали сюда в усеченном составе. Много проблем у нас и с этим выездом, поэтому игра была плохого качества, не такого, какой хотелось бы нам. Ну, все, что в силах на данный момент нашей команды, мы сегодня показали и выжили. Если бы не какие-то проблемы в виде удалений и прочих всяких тонкостей, мы, может быть, и добились положительного результата в сегодняшней игре. Завтра у нас финальная игра. Какой у тебя настрой на завтрашнюю игру? Ну, всегда боевой. Завтра выйдем, покажем на все, что способны. Я думаю, завтра выиграем. Спасибо большое.